Його запросили на справжнє українське весілля в Івано-Франківськ, після чого він вирішив залишитися в Україні. Живе тут вже 2 роки і працює на державному телеканалі «Іномовлення». Сам зі Сполучених Штатів Америки і народився в американському штаті Огайо. Сьогодні у мене в гостях Зак Нельсон. Ні, після Росії взагалі не страшно, а то все. Переїду після окончання універа сразу в Київ, в Україну. І знайти собі роботу, правильно? Взагалі не роботу, сложно було, звісно. Сім'ї мені тут не вийде сім'ю створити. Це вже 14-й рік, коли це все Майдан і війна і так далі, сильно змінилось. Вот, все змінилось і було сложно там. Я завжди говорив, коли я жив в Росії, що Росія – це вторая родина моя, но я там тільки учился, а тут я живу. 24 hours a day, 7 days a week. UATV objectively and impartially covers events in Ukraine and around the world. We speak 5 languages. We delve into politics, culture, economics and sport. We investigate problems and search for the ways to solve them. We talk about dreams and achievements. We show the world what Ukraine is now and how we are building it for the future. Привіт, Зак. Привіт. Розкажи, будь ласка, чому ти поїхав зі Штатів? Куди ти поїхав, скільки тобі було років? І взагалі, чому ти покинув одну з найрозвиненіших країн світу зараз? Ой, хорошо. Ну, я кілька разів уїхав із дому. В перший раз мені 16 років було. Я поїхав, ну, виграв стипендію і поїхав в Росію, в город Чебоксари, щоб вчитися в школі, обычной русской школе, и жить в русской семье. А потом вернулся домой, доучился в школе и вступил в университет на... В Америке? Да. В этот, факультет русского языка и постсоветской культуры. Вот. Okay. А в 20 лет еще одну стипендию выиграл и поехал на 1 год в Ростов-на-Дону. Поехал же навчатися в университете. Да. И жив також в якійсь російській родині. Чи... Нет, я вот тогда жил в общежитии и учился как российский студент, типа иностранный студент, в обычном русском универе. Да, да. Okay. Вот. И после того, как я жил в Ростове, меня пригласила подруга сюда в Украину на свадьбу украинскую. Я вот прилетел, приземлился и сразу в поезд пошли. И первый украинский город, который я увидел, это Ивано-Франковск. О, вышли класс. С поезда, я думаю, боже, как круто, типа. И я там был 2 недели. И на свадьбу пошли. Весело было... тривало 2 тижні, правильно? Не-не-не. 14 часов. Там пили, танцевали всю ночь, весь вечер. Там и в церковь пошли. Я все увидел прям. Вот. И после этого я... Повернулся назад в Россию, правда? Не-не-не. Я приехал в Киев на 2 дня к знакомому. И увидел этот город. И я вот и подруге, и другу сказал, типа, все. Переїду після окончання універа сразу в Київ, в Україну. А то вот. От ти приїхав в Київ. У тебе не було. Ти не знав, куди ти йдеш, правильно? Ти не їхав на роботу. Ти не їхав. Ні, ти просто приїхав, тому що ти захотів сюди приїхати, тобі да. сподобалося. Да. Тобі не було я страшно? Я такой просто. Ні, після Росії взагалі не страшно. А то в Києві я за 2 дні я просто заметил, що люди більш відкриті, особливо к американцам. Вот, когда я учился в России в первый раз, в 2010 году, там отношение было нормальное. Да, нормальное отношение к американцам. А вот в Ростове это уже 14-й год, когда это все Майдан и война и так далее. И разговор в России относительно американцам, к американцам отношение к Америке и так далее, сильно изменилось. Вот все изменилось, и было сложно там, как американец. Типа они относились ко мне очень странно и подозрительно, и негативно иногда.
Люди прекрасні. Друзі, друзі в Росії. Да, ти за цей да. час ти ж мав там з кимось спілкуватися, правильно? Да, конечно, тобто... там хороші друзі. Люди там хороші. Я просто про політику говорю сейчас. Люди там хороші, нормальні. Мені там русські прекрасні, прекрасний народ, прекрасні люди, прекрасна культура, язик, література, поезія і так далі. Пісні, обожаю все це, но как именно на законодательном уровне мені було складно остатися. А от сюди приїхав. Ти приїхав в Київ у 2016-му, так? Правильно? Закінчив університет, приїхав в Київ. А що я ти вийшов, з літака, да? Ти прилетів в Бориспіль і вот, що ти робив? Та ж сама подруга, сама студентка по обміну була, жила у моєї бабусі 7 років тому. Вона українка, яка приїхала з Івано-Франківська. Вот. І вона говорить, типа, ну, Зак, я уже в Киеве живу, ты у меня будешь жить, пока не найдешь квартиру. Я ровно месяц у нее жил, переехал в квартиру на Оболоне и искал работу 2 месяца. 2 месяца ты не мог найти себе работу, правильно? Вообще не работал, сложно было, конечно. И сестра, двойняшка моя, у меня 4 сестры, поэтому одна из них, двойняшка моя, близнец, приехала сюда на наш день рождения, и она тут была месяц целый. Я просто не мог работать. Вот. И гуляли во Львов, поехали. Сестра набила себе первую татуировку в Украине, и у меня тоже там одинаковые набили себе. Вот. И... Ты дуже старанно шукав работу. Да. Знаешь, очень мотивации мало было, но потом нашел. Яку? Я был переводчиком и пиарщиком в IT-компании. Прикладачем з російської на англійську, правда? Да, да. Технічні мануали всякі іноді бували, прес-релізи, там Facebook-пости написав і блог вів. Це була твоя перша робота? За всю життя, да. Перша робота? В Україні. Клас. Вот. І скільки ти там пропрацював? Я работал там 8 или 9 месяцев. Потом я встретил журналиста с канала UATV, с нашего канала общего, там, где работал. Вот. И, ну, он говорит, мы встретились случайно. То есть вы випадково познайомилися в Києві? Да, да. Okay. Встретились случайно, и он говорит, слушай, у тебя хороший английский. Я говорю, да ты что? Я говорю, ну, я из Америки. Я говорю, слушай, мы ищем, вот, активно ищем носителей английского языка, типа, пошли к нам работать. Свою Украину любить, любить ее во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа молить. Ви тобі зараз сказали би, ну, або запропонували, або були такі обставини, що треба було повернутися назад в Сполучені Штати. Ти б хотів взагалі туди? Ти плануєш жити в Україні? Чи ти плануєш все ж таки попрацювати, отримати тут досвід і поїхати жити назад? Да, я от, да, от набираю опит там і хочу працювати і поки жити в Україні, але до старості – ні, тому що, чесно говоря, це не дуже. І по поводу от, сім'ї мені тут не вийде сім'ю створити. Я сам гей, і я хочу, щоб ну, моє сообщество, вот, моє сообщество по всьому світу. Це не національність, не релігія. І от я бачу, що мої люди страждають тут. Не так, як в Росії, звісно, слава Богу, там складно теж. А от я би хотів, щоб люди вже нормально, ну, це в Києві. Да, абсолютно. Вот ко мне вообще лично нормально относятся. У меня никаких проблем не было. Один раз было, но это была съемка какая-то, и страшно было. Но в основном люди нормально относятся. Но я бы хотел, чтобы государство следило за этим почаще, получше. Ти розумієш українську абсолютно прекрасно, я так знаю. Дякую. Але говориш ти все ще все одно російською, звичайно, ти вивчав російську філологію, в принципі. Але ну, тут вже і на роботі тобі досить часто доводиться
ну, і треба спілкуватися українською правильно, і матеріали, з якими ти маєш справу, вони теж українською мовою. Да. Тобі, от наскільки зараз, в принципі, в тебе рівень української, чи ти її вивчаєш, чи ти плануєш її вивчати? Ну, чи от взагалі... я вже хожу на уроки. А, ти вивчаєш, правда? Тільки два уроки пройшли поки що на прошлої неділі. Я не знаю, чому я не почав вчитися от іменно раніше, коли я тільки що сюди переїхав, но уже, мне кажется, что уже нужно, потому что за два года, которые я тут живу, уже видно, что украинский становится более нормальным, что это нормально разговаривать по-украински. Так и моя бута. Да, а, ну... вот. Ну, все мои друзья по-русски говорят, но я уже замечаю, что вот уже, даже не уже, ну, кино на украинском. Я хожу, понимаю. А музыка хорошая уже есть на украинском. А, все знаки почти, все вывески, реклама. Да, вот, на украинском. И я тут живу. Почему я не разговариваю по-украински, я сам не понимаю. Поэтому я уже начал ходить. Что найважче у вивчення зараз? Ну ты же не вивчаешь її з нуля, правда? Почти з нуля. Я просто понимаю, вот когда в ухо попадает украинскую речь, я понимаю все, почти все. Но когда придется разговаривать или говорить, я блок какой-то, не работает рот. Просто звуки разные. Вот я замечаю, вот у меня как это, заметки написаны в тетради. И там у вас столько разных слов оказалось. Да, у нас багато мова. Вот вообще столько разных других отличающихся от русского слов. Вот я думаю, что вот мои друзья, вот суржик, да, вот и в Житомире, и вот тут очень много русских слов в украинском, ну, типа в ежедневном украинском языке на улицах, которые, на котором говорят. Вот очень много русских слов. А вот когда я читаю, вот, боже, там столько незнакомых слов. Ты читаешь украинскую мову, книжки? Да, я прочитал только одну книгу, и это как «Дивергент». Ага. Вот, я забыл, как это будет на украинском. «Дивергент». А, да? Окей. Some pieces of that together now. Ти допускаєш таку думку, що тобі може не захотітися вже повернутися додому, реально? Ну, ти вже живеш два роки. Ну, я поки не знаю. Ти можеш прожити ще, не знаю, скільки ти плануєш, наприклад, ще два. І може настати такий момент, що тобі настільки стане Україна рідною, в принципі? Чи взагалі може настати такий момент? Ну, я завжди говорив, коли я жив в Росії, що Росія – це вторая родина моя. Но я там тільки вчився, а тут я живу. И у меня реально столько эмоций тут, и столько у меня настолько хорошие друзья тут, что вообще украинцы, они уже появились тут, когда ты приехал, правильно? Да, я их не знал, но уже два года дружим с ними, и я стараюсь представлять свою жизнь без них, и мне сложно. Вот, и об этом сложно думать. Но я хочу еще учиться, но не тут. Я хочу магистратуру, наверное, в Европе. Ну, я еще молодой, вот я думал, где я был 3 года назад. В США работал, учился там, как ты тут сейчас, вот работаешь, учишься и так далее. И вот теперь я тут, а 4 года я был в России. И... А, и життя тебе так. Да, через 2 года я вообще не знаю. Я привыкаю очень быстро к любым ситуациям. Скажи, от якими б ти трьома там реченнями, можеш словосполученнями, можеш словами охарактеризував би Україну? Україну і українця. Ой. Україну як країну і українця. Не знаю, можливо, це якесь буде особлення одного чи однієї з твоїх друзів тут. Ну, такі, знаєш, от якісь найтиповіші характеристики. Хорошо, зараз подумаю. Українці... демократические, я бы сказал, намного больше, чем русские. Чувствую тут какую-то свободу внутреннюю у украинцев. Вот
И тут украинцы и русские очень похожи, но они отличаются именно этими как-то чертами характера. Угу. Вот украинцы, вот они более открытые. Они открытые, демократические и, я бы сказал, громкие, можно сказать, да. И не настолько закрытые, как русские. Вот русские, допустим, все в своем доме. Все, они такие свободные, но только в квартире, да? Ну, не только, но в основном. Это генерализация, это плохо, но чтобы легче было всем mm-hmm. понять. А украинцы на улице могут делать все, что хотят. Они не доверяют государству. Вот это мне интересно было. Вообще не доверяют. Многие. Ну, тобі, в принципі, просто порівнювати, можливо, з Америкою. Да, вот ми довіряємо, але... вот, ми довіряємо, ну, більшість, я би сказав, що, типа, ну, довір'я к государству намного менше, вот это заметно було. Веселые, очень. И вот в первых днях или моментах дружбы или знакомства украинцы холодные немного. Uh-huh. Но за этой холодной стеной, которая перед каждым украинцем стоит, мне кажется, стоит очень добрый, теплый, горячий человек, как я сказал, как в Карибском море. Вот они умеют гулять, веселиться. Ну, на свадьбе я это увидел. Типа, обычно, типа, украинцы на улице, да, многие ходят без улыбок, типа, серьезные какие-то, как в Нью-Йорке, допустим. Да, це, до речі, кажуть, дуже, досить часто чую від іноземців, вот. Що, типу, ти приїжджаєш в Україну, і ти не бачиш усміхнених плеч. Вот. Хоча я, наприклад, цим не згодна, не знаю. Да. Ну, в групах, у друзей... Караоке ходят, и когда гуляют, они громкие, веселятся, улыбаются, смеются громко. Им не плевать, ну как это, им все равно на мнение других. А тепер охарактеризуй, от ти сказав про українців, як про людей, про Україну як країну. Як страна, окей. Як позитивні, так і негативні сторони, тобто тут. Огромная. Это первое слово, которое... Велика? Ты приехал из Штатов. Алло. Нет, ну это именно это про Украину. Это не сравнение. Ну, конечно, okay. США — это целый континент. А вот для Европы, ну, конечно, все это знают. Это самая большая страна внутри Европы географически. Что еще? Интересное. Вот мне очень нравится... Смесь, смешанная какая-то. Есть вот Харьков, допустим, и Львов. Это одна страна, но совсем разные люди, разные языки, разные культуры. И мне это очень нравится. У вас вот столько разных людей в одной стране, это круто. Это, и они все украинцы. Вот в чем классность. Нет. Крутость. Да. В чем прикол? Вот, типа, в России, допустим, опять сравниваю с Россией, потому что это то, что я знаю. Ну ты там жив? Там, да, там много людей, но они все разных национальностей и так далее, да. А в Украине все украинцы, это меня напоминает про Америку немного, потому что вот мы все американцы, но мы все разные, все смешанные от с другой стороны, иммигранты на разных языках. А Украина это как бы, ну, версия вторая, типа, поменьше немного. Типа, два языка или три языка, крымско-татарский еще есть в Украине. Вот, и, ну, все украинцы все равно. И да? Вот это мне нравится, смешанность какая-то классная. Вот, и еда, и, боже, и... На венгерском разговаривают, и на румынском, и там еще на словацком, и на русском, и на украинском. И вот это мне очень нравится, потому что все разные. Да. Но... Дякую тебе дуже. Пожалуйста. За то, что ты погодился зі мною поспілкуватися. Пожалуйста. И наступного разу, сподіваюсь, ты уже мені будеш відповідати українською. Хорошо. Я за.